Сувениры ручной работы в этом году представило рекордное количество мастеров. Сами кандалакшане тоже проявили небывалую активность. Свои работы для конкурса рисунков и пасхальных открыток начали присылать еще за несколько недель. В этом году даже оценивать эти работы для жюри оказалось задачей не из легких. В выставку открыток мне пришлось привлечь 5 человек совершенно разнообразных людей, для того, чтобы они судили не просто как мастера, а люди вот воспринимали, хотели бы они иметь такую открытку, чтобы их поздравили такой открыткой. И спор, час жюри спорило, и пришлось увеличить количество номинантов. В одном месте даже было 2 первых, 2 вторых места, потому что просто вот не могли выбрать, что лучше. Но все же победители были выбраны. Грамоты и подарки в разных номинациях получило около 50 человек. А после церемонии награждения кандалакшан ждал праздничный концерт. В этом году к числу его участников присоединились зеленоборчане и воспитанники воскресной школы. Поздравить гостей фестиваля пришел и настоятель Предтеченской церкви нашего города. Однако и его самого ждал сюрприз и поздравления. Ведь именно в день проведения пасхального фестиваля 15 мая исполнилось ровно 10 лет с проведения игуменом Силуаном первой службы в Кандалакшском храме. За все эти годы, проведенные вместе, он выразил свою благодарность кандалакшанам. Дерзну сказать такую фразу, такую заковыристую фразу о том, что я благодарен прежде всего вам и уже потом Господу Богу. Всего того, что не Бог кошки обжигает, а вы делаете свою жизнь по молитве к Богу. И Бог внимает нашу молитву, Он, конечно, делает нашу жизнь. То есть это всегда полезное дело. И прежде всего вы поддержали, за что огромное вам спасибо. Третий пасхальный фестиваль прошел ярко и очень интересно, а организаторы уже строят планы на будущее. В задумке большое детское мероприятие, участие в котором будут принимать не только юные кандалакшане, но и маленькие жители всего Кандалакшского района. Хочешь узнать больше? Пульс города ВКонтакте. Все самое актуальное и интересное. Заходи, комментируй, предлагай свои новости.